Всех приветствуем. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жак Филипп Леба, французский гравер, выдающийся мастер репродукционной гравюры афортом и резцом, один из создателей школы Золотого века французской репродукционной графики, академик, советник Королевской академии живописи и скульптуры, гравер Королевского двора. Жак Филипп Леба родился в 1707 году в Париже. Его семья была бедной. Когда он проявил некоторые способности к рисованию, мать отправила его ученики к архитектору и граверу Антуану Эрисе. С 1739 по 1741 год находился в королевской армии, но из-за конфликтов с командованием был уволен. Служил рисовальщиком и гравером при доме малых королевских удовольствий, обслуживающих персону короля и занимающимся удовлетворением его личных потребностей. Так написано в Википедии. Жак Филипп Леба работал также по заказам крупного мецената и коллекционера Пьера Кроза. Авторство Леба приписывает более 500 гравюр по живописным оригиналам и рисункам многих художников. Это Вато, Буше, а также Верне. Ряд оригинальных композиций батального жанра. Имел много учеников, основал гравировальную мастерскую в Париже. Обучил около 20 выдающихся граверов своего времени, в основном французов. Но среди них было и два англичанина, Роберт Стрэндж и Уильям Вин Райланд, командированные в Париж в 1754 году по просьбе английской комиссии. Жак Филипп Леба был принят в Королевскую академию живописи и скульптуры в 1743 году. Благодаря рекомендации Жана Батиста де Кана в 1748 году он также стал членом Академии наук, изящной словесности и искусства в Руане. В 1771 году получил должность советника Королевской академии живописи и скульптуры, что позволило ему получать пенсию. В 1782 году Людовик XVI пожаловал ему звание гравера королевского кабинета. Умер в Париже 14 апреля 1783 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском гравере, выдающемся мастере репродукционной гравюры афортным резцом Жак Филипп Леба. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.